Так, вот вид сверху из отеля. Черный кот в мешке, темная лошадка Джексонвиль. Действительно, это последний большой город, миллионник, агломерация, куда я никак не мог добраться и доехать, посмотреть. Везде был, понятное дело, Майами, там по большие города, даже маленькие Талахасси, Дайтона, Нэплис, ла-ла, 3 рубля. Вот Джексонвиль был какой-то вообще реально действительно загадкой, непоняткой и так далее. Давай, опускайся. Ага. Окей, окей, сигнал. Вот, это север Флориды. Самый северный город большой. Рядом с Сент-Августином, с самым старым городом, которому 400 лет, немного оттуда видео. И Джексонвиль, насколько я знаю, примечательен тем, что здесь очень много всяких именно хабов логистики, крупнейших таких складов и так далее, вот всего такого, вот именно развилки на Флориду. Вон еще мост поднят по-другому. Вот, то есть такой транспортный узел, плюс здесь рядом океан, порт большой, вон какой-то стадион. И вот такая вот получается здесь набережная, прогулочная, похожа на набережную. Машина развернулась, бесился, поехал. Прогулочная такая же набережная в даунтауне Тампы есть, тоже снимал. Вот. А плюс, насколько я знаю, в Джексонвилле достаточно много IT-компаний, чего недостаточно порой во Флориде и вообще на юге, да. Больше про этот город не знаю. Я погуглил, куда сходить, куда податься, кому отдаться и что посетить, что посмотреть. Если честно, плохие впечатления по гуглу, то есть город какой-то дыра. То есть если даже в маленьком городке, куда я планировал на уикенд в Нэплис поехать, заинтересовало меня мест 10, которые прям очень захотелось посетить, то в Джексонвилле как-то их вообще не находится, кроме вот даунтауна прогуляться. Ну, в общем, надо, может быть, больше как-то погуглить, проникнуться этим городом. Я нахожусь на Хилтон Риверсайд, напротив отельчик, вот с видом на даунтаун, на парковке внизу. Так что вот такой вот Джексонвилл, это вот самый вот такой знаменитый небоскреб. Итак, выводы о Джексонвилле по пути в Орландо. Что хочу сказать, город понравился, по крайней мере даунтаун, в котором я был и провел уикенд, но город максимум на уикенд, максимум на выходные. Это самый нетуристический город во Флориде, несмотря на все настроение флоридское, туристическое именно. Все города Флориды, Майами, Орландо, Тампа, Нэплис, Дайтона, все они наполнены туристами, вот этим настроением, столпотворениями. Джексонвилл — это все-таки такой же северный город в городе, который живет вот сам по себе, без гостей, скажем так, да, сам для себя. Вот. И это первый город, в который не хочется вернуться, к сожалению. Первый такой город в Америке вот с таким впечатлением. Неплохим, но вот как бы на один раз, скажем прямо, да. Даунтаун красиво отдает Нью-Йорком, но как-то и на этом все. То есть Google даже не спасает, какие-то места, кроме как зоопарк, он не выдает. Ближайшие даже аутлеты, ну это тоже как бы такой небольшой знак, и молы, да, находятся исключительно в Сент-Августине, более таком туристическом городке, да, это на всякий случай аж 40 минут от Джексонвилля. Поэтому вот так, город
город хороший, но город абсолютно не флоридский и не вызывающий уж сильного такого какого-то ох-ах-вау эффекта и желания вернуться. Но на один раз съездить классно. Вот, всем желаю хороших впечатлений, удачных поездок. Всем пока-пока.